Сотрудничество с прикаспийскими государствами занимает особое место во внешнеполитической стратегии Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума. По его словам, по мере ослабления пандемии, торговый оборот прикаспийских государств демонстрирует тенденцию роста. За 8 месяцев 2022 года торговый оборот Азербайджана со странами Каспийского региона увеличился более чем на 45%, констатировал премьер-министр. Кроме того, он отметил, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджана в регионе созданы условия для развития транспортных путей. По итогам 8 месяцев через Каспийское море проходят серьезные транспортные артерии, такие как север-юг и восток-запад, успешное функционирование которых затрагивает интересы всех стран региона. Азербайджан активно участвует в процессе развития и укрепления указанных транспортных коридоров, а также вносит весомый вклад в реализацию важнейших инфраструктурных проектов. Посредством коридоров восток-запад и север-юг наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана. Ключевым звеном данных коридоров выступает Бакинский международный морской торговый порт. Сегодня мы активно работаем над развитием региональных транспортно-коммуникационных проектов. В этом смысле открытие Зангезурского коридора имеет важное значение. Необходимо наращивать показатели за счет запуска новых перспективных проектов, создания промышленных и производственных цепочек в энергетике, в транспортном обновлении и в сельскохозяйственном производстве. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, важны скоординированные шаги по развитию транспортно-логистических возможностей. Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Это будет способствовать формированию региональных рынков, наращиванию торговой и производственной кооперации. Мы провели оценку прогнозной грузовой базы для коридора север-юг. В прошлом году объем перевозок по нему составил около 14 миллионов тонн. Потенциал роста практически двукратный к 2030 году. Ну и значит, нам необходимо синхронно снимать ограничения на сети железнодорожных дорог и в пунктах пропуска. И создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг от Урала по Волжье, Балтике, со всей территории России до Персидского залива. И дальше в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что придаст дополнительный импульс региональной и приграничной торговле.